Сегодня мы будем испытывать вот эту моющую штуку машины. Я вам покажу радугу. Это очень легко сделать еще радугу с помощью этой штуки. Выбор что-то. Зубр М100, да, у нас автомойка называется? Ага. Так, что у нас в комплекте входит? Пена образователя какой? Пена. К сожалению, не очень хорошо моет. Зато она стреляет. Не пенит нам другой, как такой шампунь. Это отдельно. Купали только пистолет. Даже пистолет маленький. Так. Ну, такой маленький. Машину мой, пожалуйста, покажи ее все, как она моет. Так, сюда поближе подойди. Вот так она моет. Покажи все режимы, какие там есть. Режимы покажи. Нажимай. Сюда. Давай другой режим включи, пожалуйста. Покрути, покрути там спереди. Так, давай, давай. Видите, даже Доминика справляется. Можно сделать радугу. Так, давай покажем, как. Дали вот. Напор большой, 1400 барта, 140 баров Ребята, сейчас я вам покажу, как сделать пень. Надо делать вот так. Так, покажи, как он работает. И вот так начинаем. Ну, то есть он вот так распыляет, раскопочный огромный. Так и не поняли, как здесь. Поближе подойди. Уже как здесь. Повыше, повыше. Грубо слой есть пени. Выше, выше. Покажи, как он. Сюда иди ко мне. Колесики давай. Там крыша, крыша. Не поближе. Йоу. Ну вот так вот он. Вот так вот пена.
стоит. Мы посмотрим, что и как. Давайте, ребят. Такое движение.